Технологическая линия нашего производства разделена на две части. Цементный завод построен из самого современного технологического оборудования. При этом нагруженные элементы были застроены из оборудования европейского производства, что повысило качество износа стойкости. А мы вывели свое производство на уровень безотходности. Все экологические нормативы. Да, все верно. За прошлые и текущие годы мы инвестировали 2,7 миллиарда тенге в социальное развитие. Само производство очень актуально, востребовано. Все же цемент, строительные материалы – это то, что нужно нашей экономике, в частности, стройиндустрии. Поэтому я поддерживаю специально. Является стратегическим цементом. Абсолютно. В 2021 году мы у Банка развития Казахстана выкупили банкротное предприятие, это «Казахцемент» в Абайской области, Жарминского района. Провели в 22-м модернизацию и вновь создали 450 рабочих мест.